Члены Всемирной торговой организации в ходе министерской конференции проголосовали за принятие всего Балийского пакета соглашений, состоящего из 10 документов. Речь идет о соглашении по торговым процедурам, 5 документам аграрного блока и 4 договоренностям, входящим в блок по поддержке наименее развитых стран. Балийский пакет очень выгоден для российской экономики. Только от применения соглашения об упрощении процедур торговли эксперты ожидают существенного улучшения условий доступа России на целый ряд рынков мира. Балийский пакет соглашений позволит создать 21 миллион новых рабочих мест.